Всем привет, с вами Гренер Шоу, и сегодня я вам покажу, как можно жарить вещи, которые можно было купить на День Благодарения в Lumber Tycoon 2. Поехали! Итак, первое, что нам нужно сделать, это приехать на вулкан с вещами, которые мы хотим пожарить. Жарить можно индейки и яблочный пирог. Когда мы приехали, нам нужно положить все индейки в зону, где мы начинаем получать урон от вулкана. Идете прямо, ждете, пока начнете получать урон, ложите в это место индейки и сами отходите. После этого осталось только ждать. Обычно предметы имеют 8 стадий прожарки, и чтобы достичь последней, обычно нужно 20 минут. Но в этом обновлении для самой большой индейки нам необходимо ждать целый час, чтобы достичь последней стадии. Чтобы достичь хотя бы первой, нужно подождать 5 минут. Их цвет немного станет темнее, и они начнут гореть. Со временем они потемнеют еще сильнее, и так пока не достигнут последней стадии. Благодаря этому ролику вы теперь знаете, как жарить индейку и всякие другие вещи, которые были добавлены на День Благодарения. А с вами был Гренер Шоу, и всем пока!